Аргентинское танго. Аргентинское танго – это маленький спектакль, который создают двое. Но на сцене драматического театра события развивались не по законам жанра. На протяжении всего концерта и танцы, и песни сопровождались живой музыкой. Бандеон, фортепиано и гитара заворожили публику с первых минут. Танго – это танец со своей интригой и драматургией. Артисты шоу «Аромат танго» не только танцевали и играли танго, а даже пели. В отличие от других танцев, важнейшим элементом аргентинского танго является импровизация и игра. Заграничные артисты провели своеобразный экскурс в историю танца, меняли костюмы и показали его многогранность, каким он был в начале века и каким стал сейчас. Артисты молодцы, такой позыв посылают, с такой энергетикой танцуют, со страстью. И все люди просто заряжены сейчас этим, просто молодцы. Просто не знаю, у меня нет слов, я не могу ничего добавить. Мариэль Мартинес поет танго уже больше 10 лет. Для нее специально пишет песни уругвайская поэтесса. Но, несмотря на опыт, певица признается, петь танго непросто. В одной песне несколько раз может поменяться ритм, мелодия и тональность. We love that idea and make that the people maybe. Мы любим свое дело. Наша идея заключается в том, чтобы после того, как люди увидят нас, они пошли и попробовали потанцевать, спеть, как мы. Или зашли в интернет узнать побольше о новой для них музыке. Мы любим то, что делаем. Танго – наша жизнь. Лепчане аплодировали аргентинским артистам стоя и еще долго не хотели их отпускать. Впереди у артистов большой гастрольный тур. В благодарность за хороший прием они спели последнюю песню на бис, и шоу «Аромат танго» отправилось дальше покорять российские города. Татьяна Кощук, Олег Писарев, ТВК «Новости».